«Я не боюсь», утверждает Сергей Лазарев. И не соврал ведь? И закатил двухдневный сольник, на котором был полнейший солдат. Я не боюсь, я не боюсь. Никто не осудит Сережа, а даже наоборот, 8 тысяч зрителей, подпевающих в унисон про красивую любовь, дорогого стоит. Концерт Сергея переносился несколько раз, но все-таки Лазербой убедил Москву, что он своего добивается. Это явно не дешевое удовольствие. Это все деньги, которые я заработал с предыдущего тура, я вбухал в это шоу. И это действительно очень дорогостоящее шоу. Мне кажется, что это, если шоу показать где-то вне там, России, где-то за рубежом, то это будет абсолютно конкурентоспособно с мировыми артистами, звездами. Но это как бы шоу мирового уровня, и говорит, что возможно, чересчур модное, чересчур там это, я говорю, что нет, но должен же кто-то повышать уровень и планку. У Сергея полномасштабное такое яркое шоу. Сергей чуть ли не единственный артист, который так относится к своим сольным концертам, так относится к своим зрителям. Но я могу сравнить только, наверное, с Филиппом Киркоровым. Вот, поэтому мы не могли пропустить это событие. Это действительно событие в музыкальном мире. Событие, да еще какое! Мощные спецэффекты, яркие костюмы, декорации и потрясающее световое шоу. Такое мог сделать только Лазарев. А любовь поклонников и звездных друзей оказалась еще красивее. Посмотреть роскошное шоу Сергея пришли Анна Асть, Джонни, Митя Фомин, Зара, Ольга Бузова. И даже Ани Лорак, которая более полугода не появлялась на публике. Пропустил сольник только Филипп Киркоров, который прислал шикарный букет с поздравлениями. А поздравлять Сергея, правда, было с чем. Он показал зрителям настоящее театральное представление, которое создавал несколько месяцев. Я очень строгий, я очень требовательный, но у меня потрясающая команда. Вот сегодня работал 100 человек, наверное, на шоу. И вот 7 дней у нас было репетиции финальных прогонов перед первым шоу. А я говорю за весь концерт всего один раз за 2 часа. Переодевание у меня происходит за минуту 20, каждое переодевание. И без перерыва, я не успеваю, вот, меня даже гример не успевает не загримировать. Я говорю, не сейчас, буду потный. Вот что значит настоящий артист. Сергей, поздравляем с оглушительным сольником. Точка. Ньюс.